Сегодня первый день учебы в 9 классе. Я просто в шоке. Я не могу проснуться. Сегодня утром проснусь, и мне серьезно надо идти в школу. Вы меня не обманываете. Смотрите, почему так холодно. Берем спонжик и идем вниз. Вот такой вот у меня лук на первый учебный день. Это влог-блог. 2 сентября. Это ужасно. Я хочу домой. Я хочу домой. Я просто хочу домой. Это что? Да нет, я вообще умею объяснить. Дура. Ученики, вы кто? Примерные ученики. А, точно, примерные ученики. Такие, например. Вторая группа. Их без союзных сложных деталей. Официально заявляю, Валя не милая. Валя не милая, не верьте этому. Нет, нет, нет. Спасите! Школа тупая. Ладно, не спешу. О, наша новая. А где Карен? Я уже пришла домой. У нас появилось очень много новых учителей. Химии новый учитель. По русскому. По казахскому. Я не стучу, я дверь открывала. Я уже пришла домой, успела поесть, поспать, смонтировать видео, сделать одну обложку. Мне сейчас нужно будет сделать вторую. И я пойду на танцы. Кстати, теперь на танцы я без резинок не хожу. Вчера я сходила и поняла, что я такая дура, что не взяла с собой резинку. Теперь она всегда будет в моей руке. Но мне не нравятся теперь такие пружинки. Я хочу какую-нибудь другую себе. Вот, и лук у меня вот такой на танц. Мы приехали в продуктовый магазин. Взяли нектарины, гранат и виноград. Я уже пришла домой. Сейчас смотрю гимнасток. Я, кстати, уже на 2-м сезоне сделала домашку по алгебре. Нам наконец-то скинули расписание на всю неделю. Мне нужно будет еще сделать казахский. И все. По казахскому мне нужно делать это задание. Заказали еду из кофебумы. Я заказала себе пасту, микрочелл, заказала себе пельмени. Там пельмени. Я уже сделала все домашнее задание, смыла макияж, одела каблуки и пытаюсь в них станцевать. Просто танцевать, конечно, не получается, и ходить вроде. Но танцевать ту связку, которую я учила вчера, у меня не получается, потому что у меня очень болят ноги. Привет. Сегодня 3 сентября, вторник. Сегодня день рождения у Алана. Вот. Я сейчас собираюсь, сегодня я проснулась чуть-чуть позже. Вчера в 6:30 я уже проснулась, пошла умываться. Сегодня я только в 40 минут проснулась, короче. Вот. Но меня очень радует то, что у меня наручные ресницы, сделаны брови, и их не надо красить. Я просто представляю, если бы у меня не было ресниц, как долго я бы собиралась в школу. Потому что красить ресницы это очень долго. Короче, сейчас соберусь и пойдем. Короче, я уже собралась. Образ у меня максимально похож на вчерашний, но у меня другая рубашка. Да, юбка та же. Я так не хочу. Посидим на этой романтике.
еще раз. Нет, таймер. А, свэк. Мы, сегодня... мы и вчера не ловили свэк. Я вчера и ловил. Один раз. А, да. Таймер сделай еще вот, раз. Вот, 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 вот. Сейчас. Бо! Готовы? Да. О, спола, 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 а, я спола взял. Ой. А ты куришь? А. Это прощание. Я на поп. А. С какие-то явные. Вышла со школы, и мы приехали с моей мамкой покушать в мотик. Я взяла себе пасту и лимонад банка Меркурия. Я заказала себе пасту с курицей и грибами, мама сделала себе салат с баклажанами, вот наш лимонад, вот. Алиса, включи песню Егора Крида «3 сентября». Я суслик стал. Синтак, я твой друг, ты мой враг. А, я взяла английский, подписала тетрадку, она у меня сейчас так лежит, потому что вот эти тетради у них такое качество. То, что так сделаешь, и все же затрется. Сделала еще алгебру. Мне нужно еще делать историю и казахский. И все. Я буду делать маску. Вот у меня виноградик. Делаю маску. И буду доделывать ДЗ. Потому что по истории нам прям объемное домашнее задание задали. Надо его сделать. Второй день в школе прошел, ну, довольно-таки нормально. У нас сегодня была физкультура первый раз. У меня освобождение. И мой физрук... Ой, блин. Короче, у меня освобождение от физкультуры. И мой физрук сказал, молодец. У меня освобождение на год. Вот. И эта маска вообще ужасно так легла, прям вообще. Мне надо будет сделать обложку для видео, выложить видео, долгожданное glow up, и все. И на этом закончили вот эти сентябрьские видео, back to school, glow up. Я счастлива. У меня нафиг все запутались эти провода, и это меня жутко, невероятно жутко бесит. Еще тут волосы. И мой завтрак. Ой, ё-моё, я ударилась. Короче, это питьевой йогурт с персиком. Вот, сейчас буду собираться. Я уже собралась, накрасилась. Вот такой вот у меня сегодня лук. Это черные брюки и черный пиджак. Вот и всё. Сейчас мы пишем самостоятельно. У меня личный блог, а это мой контент-пейд. У меня... Это я ее ухажер, я с ней иду на Синебал. Around the world. Ай, Кен мой, Кен! Все, я победила. Сейчас немного ссорится из-за башни нашей девочки. Мелинка, почему вообще повышаем голос? В смысле мы снимаем влог, блог? Сегодня у меня было 7 уроков. Впервые за этот учебный год. Я иду домой. Одна. Гордом одиночестве. Вот! Сейчас иду на танцы. Я вышла, кстати, от репетитора, и поэтому я иду пешком до тренировки. И у меня репетитор заканчивается в 5, а сейчас 16:45. Но меня сегодня пустили пораньше. И я бегу-бегу на танцы. Я приехала. Она приехала.
Я уже вышла с танц. Время уже 7. Она закончилась в 6. И у нас уже очень темно на улице. Сейчас поеду домой. Надо сделать уроки, пожрать и лечь спать. Я уже сплю на ходу. Всем привет! Сегодня четверг, 5 сентября. Завтра будет последний день учебы. Я так счастлива. А сегодня у нас 8 уроков. Нет, ну вы представляете? 8. Что-то у нас казахские труды, литература, биология, география, основы права, всемирная история. Биология и основы права у нас вообще будет первый раз за этот год. Сейчас надо будет одеться и снять Get Ready With Me с одеждой. Кто не знает, я снимала такую типа неделю Get Ready With Me, как я выбираю себе одежду в школу. Вот. Сегодня вообще не знаю, в чем пойти. Или в брюках, или в юбке. Алиса, какая погода на улице? Сейчас у нас труды, а мы сидим в столовой. Да? Вали кушать. Вали кушать. Что ты кушаешь? Я кушаю конец, да. Вот не скажи. Танечек. Ну. Почему? Там есть пить? Надо будет аккуратно, девочки. Вот ты где? Правильно? Сама ли? Я могу это сделать. Что хотела сказать? Ну, аккуратно, не надо. У нас сейчас мирная история. Мы сейчас будем писать срез. А Таня смотрит какую-то фигню. Так. Так. Я смотрю не фигню. Так, я смотрю не фигню, я смотрю теракт в Беслане. Мне это попалось в ТикТоке на литературе. Вот Камила будет нам делать срез. Я просто выпишу это с первого ряда. А я буду смотреть. Это шарик за Киев? Собаки с разбитыми сердцами плачут, но я смеюсь. Мы будем перезаписывать влог. Наш организм редко есть в основном. Всем организмом, кроме вируса. Вы знаете, что вирус – это многоклеточный организм. Остальные бактерии переходят в крайне сердце, все близкие. Итак, какой должен знать? Да, я говорю, а что? Алина сказала, состоит из мембраны, цитоплазмы и ядра. То есть он и клеточная стенка. Что такое ядро? Да, то есть, самая важная часть нервов, и она управляет нервами.
Спасибо. Всем спасибо. Школа, у меня сегодня было 8 уроков, время уже 3, и мы приехали в стоматологию. Мы съездили в больницу, я приехала домой переодеться, мы приехали в мотик. Вот такой вот у меня сегодня лук на тренировку по High Health. А знаете, чем я сейчас занимаюсь? Сегодня Таня разрисовала мне тетрадь. Вот я вот. Потому что я чисто случайно испачкала эту рубашку ручкой. И когда я вышла в туалет, она сделала вот это. Я вам не буду показывать, что у меня в учебнике. Там просто ужас. Замазка-корректор ужасно воняет. Прям вообще. Я не могу уже тут находиться в комнате, потому что воняет жестко. Всем доброе утро. Я так счастлива, что сегодня пятница, последний день учебной недели. Я вот просто вне себя от счастья. У нас сейчас будет русский язык, 4-й урок. У нас сегодня вроде бы 6. А я что буду делать? Я тоже буду. Сейчас мы идем к 9-му А на физкультуру. Таймер стоит босой. Ну что, босой, потому что... Вот что значит мама. У него просто мама блатная. У нас сейчас это... по-английскому была твоя мама. Бум! Чака-чака-пока-пока-пока! Чум! Бум-бам-бам-бам! Бум-бам-бам-бам! Бам-бам-бам-бам-бам! Давай-давай! Ого! Вот это да! Я уже пришла домой со школы утром. Я, кстати, вам ничего не сняла. Сейчас мне нужно будет собраться на танцы. Сегодня я поеду на такси. Вот, поэтому... Поэтому надо будет выехать пораньше. У меня у этой женщины день рождения. Оля, с днем рождения. Да. Вот такой закат. Да. Давайте смотрим. Вышел с тренировки. Сейчас мы поедем в кино. С мамой, папой и моим братом. На фильм «Битлджус». Там снимается Дженна Ортега, по-моему. Я его увидела в ТикТоке, мне он понравился. Вот. Я очень хотела, кстати, посмотреть мюзикл вообще «Битлджус». Вот. Но на мюзиклов у нас в городе не показывают. Поэтому хотя бы на фильм схожу. Приехали в юбилейный. Ты что, не помнишь? А вот и не получилось. Объясни мне, что вот это значит. Момент, дай-ка взгляну. Ну, если вкратце, хана дочурке. Решила махнуться жизнью с мальчишкой. Он возвратится, а она застрянет на том свете. Мы уже вышли из кинотеатра. Я переоделась в домашнюю одежду. Мы ходили на фильм «Битлджус». Вот потом мы покушали. В принципе, понравился этот фильм. Единственное, он шел очень долго. Сначала было, не знаю... 10-минутная, наверное, реклама. И потом шел фильм, который идет 2 часа. Это очень долго. Чуть не сдохла. Но у нас были классные места. Около балкончика. Вот. Ну, на этом все. Я заканчиваю свой влог первой недели школы. Всех люблю, целую. Всем пока. Спасибо за канал. Спасибо за канал. Спасибо.
Спасибо за канал большое. Спасибо за канал, спасибо за то, что смотрите наш прекрасный влог.